Ну что, я снова здесь. Я уже немножко по уму все сделала. Ходила недавно опять в спортмастер. У нас там скидка, кстати, была. И прикупила себе рюкзак. Если видно. Вот. И положила туда все необходимое, потому что в карманах, ну, это нереально бежать с этим. А так за спиной, за плечами, можно так сказать, в самый раз. Да, у нас сегодня минус 10. Я думала, что опять не побегу, потому что вчера я не бежала, потому что было минус 8. И я надеялась, что сегодня будет, ну, более-менее теплее. Но, как оказалось, нет. Ну, ничего страшного, в принципе. Я оделась тепло. Постаралась, по крайней мере, я даже одела шарф. Вот, шапку и носки под кроссовки, потому что кроссовки у меня такие сетчатые на носках и продувает. Ну, в общем, что, сейчас буду разминаться. Кстати, спасибо всем тем, кто меня поддержал и надавал кучу советов, то, как нужно заниматься. И также рада за тех, кто... кого я вдохновила на спорт, либо просто идею какую-то подала, хоть чем-нибудь заняться, оторвать попу от дивана. И да, я не буду, кстати, бегать каждый день. Это не основной мой вид спорта какой-то. И это мой любимый вид спорта, потому что он спокойный такой. Но... у меня помимо этого будут нагрузки на разные части тела, и это будет моя основа. А бег – это дополнительная нагрузка и просто кардио. Да, кстати, я сходила на почту с самого утра и забрала посылку еще одну. Я даже не знаю, что там, потому что она какая-то объемная. Вот. И сейчас с вами посмотрим перед тем, как бежать. Мне просто не терпится посмотреть, поэтому я думаю, сейчас на ближайшей лавочке остановимся с вами и посмотрим. Да, я столкнулась с такой дилеммой, как скотч. Достала ключи. В общем, что-то у меня тут получается. Оу, это Bluetooth наушник в ухо. Я его брала тоже специально для бега, ну и так, в принципе, пользоваться, ну, потому что удобная вещь. Вот, вот так вот выглядит. Здесь есть зарядка такая, вообще как бы шнур для подключения к компьютеру, и он будет заряжаться. Дальше тут идут две запасные такие наушные, как раковины, не знаю, ну и сам Bluetooth. Само устройство и вот у нас здесь такие наушники. Ну, вот так вот это выглядит. Мне кажется, ничего такого. Прикольно, да? Не видно, его можно под шапку спрятать. Конечно, немножко выпирает, но если бегать или просто идти куда-то, я думаю, особо не будет напрягать. Я надеюсь на это. Вот. Так что такая штука была у меня заказана. Это, в принципе, такой аксессуар, как бы недорогой. Поэтому вы видите, что здесь творится? Меня обсели голуби и тосаются тут. Я похожа, наверное, на семечку. Так, сейчас у меня будет разминка. Ну, наверное, минут 15-20 я засеку время и потом побегу. Давайте, поднимайте жопки. Я при минус 10 занимаюсь, а вы можете и дома это сделать. Savages who fly by night with Alibaba Notorious. You can call me Papa.
challenges. Forget how I made it from scratch, just call me Crossfader. Wrote it down on paper, now haters can catch the gas vapor. Cross the state of federal flavor, we keep it seven steps ahead of you. Looking down with a better view. Biograph or interview, never stereotypical. The original visionary with a military mindset. Could be held back by penitentiary. Все, для вас это были несколько минут, а для меня прошло 15. Я сделала разминку, время закончилось, и сейчас побегу уже. Покажу вам сейчас рюкзак, который я вчера себе прикупила. Вот он. Маленький, компактный, мне кажется, как раз таки для бега. Ну, а футболку вы на мне видели или увидите во влоге. Ну все, я пробежала. В общем, зашла в какой-то тупик. Очень холодно, когда бежишь нормально, но вот руки не защищены и мерзнут очень сильно. Поэтому я пробежала где-то круга 3, может быть 4. Ну, 3 точно. Вот. И теперь побегу обратно домой. Потому что руки нещадно замерзли. И погода вообще, конечно, суперская. Можете смотреть, какие облака. Красота просто. Погода, конечно, крутая, но холодно, очень холодно. Мне, кстати, говорили по поводу того, что нужно дышать носом. Я дышу носом, но вот когда разговариваю с вами, либо у меня текут сопли, ну, в общем, вода из носа, и тогда, конечно, я не особо могу дышать носом и выдыхать ртом. Я это все прекрасно знаю. Я-то занималась спортом в детстве, гимнастикой, потом был в школе кикбоксинг, потом занималась вот уже года 3 как это называется, фитнес. Вот, поэтому у меня есть кое-какой опыт в этом, и бегом я тоже занималась в свое время, так что я вообще сам спортивный человек по себе, поэтому не то чтобы учить меня не надо, нет, советуйте, просто я в курсе, я объясняю, почему я делаю так, а не делаю так.